Доброе утро из красивого Ставангера на западном побережье Норвегии. Мы здесь участвуем в марафоне «Крылья жизни». Это особое событие, тебе нужно бежать как можно быстрее, и через 20 минут после старта выезжает машина и едет 10 км в час, и как только она до тебя доезжает, ты закончил. Моя цель – пробежать 15 км, хотя я не пробегал больше 5 за последние полгода. Это будет интересный день, но для того, чтобы вы все увидели, я постараюсь пробежать всю пробежку с селфи-камерой. Итак, я раньше никогда не участвовал в марафонах. Видите это? Я очень нервничаю. Похоже, что как спортсмены Red Bull мы будем начинать первыми, и что значит, что вот эти все люди обгонят меня в первые 200 метров. Готово? Осталось около 30 секунд. Now we're in trouble. Oh shit. We are. Мы уже не впереди. Около 1000 человек уже обогнали меня. У меня ощущение, что я умираю. Подходим к первому участку, где можно попить воды. Мне нужна вода. Жара просто убивает. И бег. Тут не нужны слова. Едва пробежали уже 8 километров. Я так не бегал уже почти 4 года. Давай, чемпион, беги. Интересно, сколько я еще смогу пробежать? Жарковато, не правда ли? В самом деле. Да, действительно. Но вы все равно хорошо выглядите. Спасибо. Продолжайте бороться. И ты, спасибо. Я борюсь изо всех сил. Мы тоже. Итак, кажется, пробежали уже 12 километров. И надеюсь, я смогу пробежать хотя бы 13. Держись, приятель. Продолжай, просто делай это, не так ли? Да. О нет, она уже едет. Это самая длинная дистанция, которую я когда-либо пробегал. Я должен подготовиться к следующему году, но это было весело. Ты счастлив? Я счастлив, а ты? О, это за мной. Только посмотрите на него. И где твои 15 километров? 13,9. И у меня ужасно болят ноги. Весь сегодняшний влог мы хотели снять на GoPro, но потом мы увидели это и решили закончить наш блог сегодня здесь. Мы почти вернулись в Юндал и встретили здесь еще друзей для нашей команды. Нам нужны хорошие люди для нашего влога. И надеюсь, завтра мы поедем на машине в горы, если я, конечно, смогу встать с постели. Это будет под вопросом. Увидимся завтра. Надеюсь, нам так же повезет, как и сегодня. Сегодня был великолепный день, кроме того, что у меня все болит.